Обеспечение фитобезопасности – задача номер один для стран ОБСЕ, в том числе и для Казахстана. На сегодня в нашей республике от коронавируса привились уже 300 тысяч казахстанцев. Впереди же еще больше 1,5 миллионов человек, которых должны вакцинировать до конца апреля. Тем временем эпидситуация в стране по сравнению с мартом резко ухудшилась, отметили в Минздраве. В зеленой зоне остались только два региона. Сейчас в поликлиниках ожидают новых поставок вакцины. Что касается прививочных пунктов, то они появляются и в торговых центрах. Тимур Казагулов продолжит. Медленно, но верно, вакцинация казахстанцев обретает обещанную массовость. К сегодняшнему дню картина следующая. Антиковидный укол получили чуть больше 338 тысяч человек. До конца второго месяца весны нужно успеть привить 2 миллиона человек по всей стране. Времени на раскачку нет, загруженность ковидных коек постоянно растет. На этот час стационары заняты уже на 41%, реанимации почти на треть. Потому и не ждет глава правительства традиционного вторника, чтобы собрать кабинет министров. Проводит заседание в первый же день недели. Необходимо четко придерживаться графика вакцинации. По плану мы должны обеспечить прививками по 2 миллиона человек в апреле, а также в мае и июне. Министерством здравоохранения, информации и общественного развития совместно с акиматами поручаю продолжить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации. Общество должно понимать, что только соблюдение санитарных норм и вакцинация позволят остановить распространение пандемии и обеспечить рост экономики. Ситуация на самом деле нестабильная. По сравнению с мартом заболеваемость возросла в 3 раза. Министр Цой критикует акиматы. Говорит, спустя рукава там работают на уровне первичной медико-санитарной помощи. Плохо идет разъяснительная кампания, не хватает и кадров в инфекционках. С поставками вакцины лучше. Дополнительно в апреле ожидается поставка порядка 1,4 миллиона доз вакцины, что обеспечит доступность вакцинации порядка 2 миллионов граждан страны в апреле месяце. Кампания иммунизации населения в регионах продолжается. На сегодня в регионах иммунизация проводится в 916 прививочных пунктах. Кроме того, для проведения вакцинации против КВИ в отдаленных регионах, организованных коллективах, в местах массового скопления людей задействовано 233 выездные прививочные бригады. Тем временем прививочные пункты для граждан в срочном порядке разворачивают в торговых центрах и на рынках Нур-Султана, Алматы и Кокшетау. Стоит отметить, что вакцинация доступна и в выходные дни. Тимур Казагулов, Нурлан Малгильдинов. Итоги дня.